Мастер-класс «Рыжий портрет». Имя Ивана Кузьмича Макарова навсегда связано с темой светского портрета. В середине XIX века Макаров был одним из лучших портретистов Петербурга. У него сложился свой круг заказчиков, среди которых немало знаменитостей и членов императорской фамилии. Необычным будет взглянуть на творчество Ивана Кузьмича через призму рыжего портрета. По велению судьбы таких портретов было немало в творчестве художника. Иван Кузьмич с особой нежностью писал детские портреты. Портрет Варвары Николаевны Львовой в детстве, графини Зубовой, в замужестве баронессы Вольф, графини Марины Дмитриевны Шереметьевой. Одним из самых необычных детских портретов художника является портрет девочки. Над белоснежным лбом кудряшек водопад, и ниже узел, стянутый в атласный бант, пунктиром линии бровей чуть рыжеватых. Но останавливает каждого не детский взгляд, а очей живых, прозрачных и зеленоватых, что изучают каждого из зрителей подряд. Начнем наш портрет с карандашного рисунка. Слегка наметим волосы. Условно наметим линию одежды. Перед нанесением акварели предварительно смочим бумагу. Теперь постепенно, пока наша бумага еще влажная, будем насыщать рыжую копну волос цветом и тоном. В рыжем облаке волос будет белеть небольшой цветочек. В целом, акварельный скетч должен быть очень легким и свежим. Рыжие люди рождаются с огненным оттенком волос, часто с бледной кожей и, как правило, одарены веснушками с самых своих первых дней жизни. Рыжий цвет волос самый редкий в мире, ведь всего 2% людей на всей планете рождаются рыжими. Откорректируем детали, подправим цветочек и завершим работу. Рыжий портрет готов, наш мастер-класс подошел к концу. Всего вам доброго и следите за новостями на сайте музея.